Всех приветствую на своем канале, меня зовут Анна Латышева. Кто подключился на мой канал и случайно зашел посмотреть, всем приятного просмотра. Сегодня пойдет речь о ботиночках из флока, из искусственного меха, зимой, вот, гулять, ходить, собака в лес, в парк и так далее. Так что заказывала я их 6 октября, посылка пришла, видите, 29.11. Я боялась вообще, что они ко мне не придут, потому что посылка только через месяц начала отслеживаться. В аэропорте Внуково проторчала неделю, хотя все уже были документы оформлены. И пришло только 30 числа извещение, я их получила. Я заказала размер 38, вот подошва 38, я просто их уже опробовала, вчера походила. Вот. 38, у меня 23,5, 37 размер, они мне идеально подошли, вот, никаких ниток не торчало, внутри стелька, все искусственный мех, этот материал флок, можно спреем использовать. Я вчера гуляла, они выдержали минус 13 градусов, ходила по снегу с собакой, ничего не промокли. Стоят они, начиная от 800, заканчивая 1200-1300, смотря какой производитель просто. Вот, продавца не могу советовать. Если вы готовы ждать 2 месяца, тогда хорошо. Если нет, тогда поищите другого. Шнурки немножко слабоваты, но я, наверное, их, может, заменю потом. Вот, все ровно, ни один, ну, как бы, одинаковые они. Они легкие в носке, очень удобно бегать, не ходить, вот. Один минус, может быть, гололед не очень сильно выдерживает, можно поскользнуться, если очень тонкий лед, остатки, знаете, бывают на асфальте. Вот, так отличные ботиночки, я очень рада, что я их дождалась, и будет в дальнейшем отзыв на Итао, ссылочку я вам оставлю на них. Вот, они были 3 цветов, так что в дальнейшем будет обзор на ботиночки, как они смотрятся на ноге. Решила снять вам обзор на балконе, он внизу стеклянный. Вот так они хрустят, вот так они смотрятся, очень удобные. Вот так. Видите, хрустят, очень мягкие. Вот, не промокает для ноги, вот так они смотрятся, идеально. Так что заказывайте такие ботиночки. Ну ура, если гулять. Они даже минус 13 выдерживают, минус 20 навряд ли. Немножко мех торчит, вот так они выглядят. Особо не промокают. Идеальные ботиночки. Вот мне Кузечка пришел посмотреть, что этот балкон открыла. Вот. Так что я очень довольна. Так они хрустят. Видите, если по снегу. По льду не очень, конечно, выдерживают. У меня уже собака там лает. Но мне они очень удобны, вот, они даже чем-то напоминают уги, но уги минус, они не держат форму, а вот эти ботиночки, они удерживают эту форму более-менее. Уги ты стаптываешь, а здесь как-то немножко держится, тут немножко задник побольше и подошва получше. Так что это на сегодня такой обзорчик на ботиночки. Кузяй, спасибо вам, что вы меня смотрите, что от вас комментариев, лайков. Так что всем пока.